Всем привет, дорогие друзья, с вами Ирина Корнева, и это видео я записываю специально для невест 2022 года, потому что абсолютно всех невест волнует один самый важный вопрос. Сколько же стоит свадьба в 2022 году? Готовы? Погнали! Корнева Ирина. Стоимость организации свадьбы в 2022 году зависит от того, какой у вас достаток. Почему? Потому что свадьбы организовывают и голливудские звезды, и принцы, и принцессы, и короли, и королевы, и люди, которые живут в городах, и люди, которые живут в небольших деревнях и селах. И у тех, и у других свадьбы. Но это совершенно разные мероприятия. Также есть свадьбы, которые организовывают молодожены самостоятельно, есть свадьбы, которые организовывают свадебные организаторы и свадебные агентства. И это тоже совершенно разные свадьбы. У них разные бюджеты, разные направленности, разный ценовой сегмент, у них разное представление о том, как организовывать свадьбу, и разный подход к организации свадьбы. Поэтому и ответ о стоимости будет такой, что есть свадьбы и за 300 тысяч рублей, за 500, за 1 миллион, за 5 миллионов, за 10, 20, 30 миллионов. Но если вы меня спросите, у меня есть 500 тысяч рублей, можно ли организовать на эту сумму свадьбу, я вам отвечу, да, можно. Многие невесты сами организовывают за этот бюджет. Если у вас есть 3 миллиона, и вы спросите, можно ли организовать за этот бюджет свадьбу, я вам скажу, да, конечно, можно, без проблем, можно организовать за этот бюджет. Отличаться они будут по месту проведения, по оформлению, по команде, которая будет у вас работать, у которой тоже есть свои градации по стоимости, по опыту, по харизме, по направлению. Если вы хотите узнать, сколько будет стоить ваша свадьба по вашим предпочтениям, то мы специально для вас сделали чат-бот. Ссылочку я оставила в описании. Можете пройти, посчитать совершенно бесплатно приблизительный бюджет, который потребуется на вашу свадьбу. Я знаю, что есть калькуляторы, где нужно ответить на 50 вопросов, и в конце вам предлагают оставить телефон, и только после этого, когда вы оставите телефон, вам позвонят и посчитают смету. Здесь вы можете совершенно бесплатно посчитать смету, никакой телефон оставлять не нужно, чтобы хотя бы приблизительно прикинуть, в какую цифру может выйти организация вашей свадьбы. Вы можете посчитать несколько раз, можете поменять условия, изменить дату, например, или добавить кавер-группу, чтобы увидеть, как меняется бюджет в зависимости от того, если меняются какие-то условия. Для примера, свадьба на 30 гостей в Москве с организатором может стоить приблизительно от 700 тысяч рублей. Если мы говорим уже про 50 гостей и те же условия, Москва, организатор, то ваша свадьба может стоить от 850 тысяч рублей. Если на вашей свадьбе 100 гостей, то приблизительная стоимость в Москве с организатором будет от 1 200 000 рублей. Но вы должны понимать, что это минимальные цены, это все равно, что вы покупаете новый автомобиль без ковриков и на механике. А если вы хотите просчет непосредственно по вашим пожеланиям и предпочтениям, то переходите по ссылочке в наш чат-бот и посчитайте приблизительно, сколько может стоить ваша свадьба. Любые вопросы по поводу организации подготовки свадьбы вы можете оставить в комментарии под этим видео. Но если вы хотите, чтобы вашу свадьбу организовала я и моя команда, то в описании также есть ссылочка, переходите, оставляйте заявки. С удовольствием вам расскажу, как можно организовать свадьбу с тем же бюджетом, но получить гораздо больше. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, пальчики вверх, колокольчики, подписки. В общем, вы сами все знаете. Все, пока-пока.